наука и техника силится изобрести новые носители информации, наши очумелые ручки, недолго думая, но зато вот чьей умной головой, решили усовершенствовать старые. Подробнее новейшую конструкцию вам изложит заслуженный несун разумного, доброго, вечного Андрей Александрович Бахметьев. Пожалуйста. Сегодня мы вам предлагаем уникальный и оригинальный держатель для записок. Аж голос у вас прям дрожит. Потому что сделан он из отслужившего свое такого плакатного пера. Исписавшегося уже. Да. Плакатное перо – это совсем не редкость. Эта штучка в каждом доме наверняка где-то есть, точнее валяется. А сейчас она может принести пользу. И какую? Андрей Александрович сейчас продолжит рассказывать. Перо разгибаем таким образом, чтобы придать ему вот такую форму. Мне оно напоминает такой недорисованный треугольник. Ну, слегка это напоминает букву Г, чуть-чуть, букву П. Ну, в общем, вот эту вот форму, ее проще один раз увидеть, да, чем сто раз услышать ее название. Каждому свое это напоминает. Да. Но главное, чтобы вот эти ножки, они в конечном итоге как бы сходились. Да. Да, да, это вот очень важно. Они как бы сходятся, но не сходятся. Еще нам понадобится вот такой металлический шарик. Вот, который помещается внутрь... Шарик шарообразной формы все-таки, да? Да. Это важно. И тяжеленький он должен. Тяжеленький. Чем тяжелее, тем лучше. Такой металлический, вот, железненький. И он здесь должен свободно вот так вот ходить, а это как раз вот треугольная форма не дает ему упасть вниз. А, то есть его вот эти желобки, да, они вот держат. Вот вы можете, да, вот сейчас давайте смоделируем. Вот я как будто вот эти желобки, а вот шарик, вот пусть сделайте так, сделайте вот... Ой, ужас. Вот это сделайте. Вот шарик там, покажите. Вот. Да. Вот он там... Пытается упасть, а его желобки не пускают. Да. Вот. Как же все это работает? Еще, вот еще работает еще? Ну. Красиво, нарядно, да еще и работает. Можно было бы уже просто оставить, но еще работает. Мы все отдыхаем, когда смотрим, как это работает. А, смотри, а конкуренты берете, вообще все отдыхают. Берете а вот сюда, вставляете, вернее, у вас. И все. И чудо произошло. Смотрите, раз, и вынимаете. Как это у вас так все получилось? А вот раз, и все. То есть автор что ли думал? Да. Раз, и вынимается. Фантастик. Теперь остается прикрепить это в нужном месте. Сделать это можно различными способами. Мы применяем вот такой двусторонний скотч. Берем, аккуратно прилепляем. И уже думаем, куда мы это будем прикреплять. Александр, уже думаем. Записка уже готова. Думаем. Вам на подпись ее можно представить? Подпишите здесь. С моих слов записано верно. Ну и прочитано. Прекрасно, спасибо. Вот. Думаем, куда прикреплять. Думаем. Я немножко тут подпишу еще, вот, чтобы было действительно. О. Ну, я обычно одной буквой. Вот тут. Вот. Да. Мы придумали, куда прикреплять? Да, да. А вот у нас есть такой вот фрагмент жилища. Опа! Среднего пока все домовца. Так. Сюда. Сюда? Вот. Да. Вот сюда? Да. Тут тоже, кстати, держатель изображен. Опа! Ну, готово. Помещаем. Все можно легко информацию. И изрекаем. После того, как очумелые ручки обнародовали этот надежнейший держатель сдержанной красоты в присутствии автора, мы очень надеемся, что вы его собственноручно изготовите, и тогда он будет надежно держать и вашу, и нашу марку. Как гласит проверенная народная мудрость «Пока все дома», не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Среди нескольких спонсоров.